Последствия непогоды и человеческой неосторожности. В период со 2 по 4 февраля на дорогах Ивановской области произошло 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 19 получили травмы. 2 февраля в Южском районе погиб 53-летний мужчина. В темное время суток он передвигался посередине проезжей части на велосипеде. На него совершил наезд автомобиль ВАЗ-2109. От полученных травм мужчина скончался на месте. 3 февраля в Приволжском районе 2 человека погибли и 3 получили травмы в результате ДТП. 41-летний мужчина, управляя Рено Логан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. В результате водитель и пассажир автомобиля Рено скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водители и пассажиры Toyota получили травмы. Госавтоинспекция Ивановской области рекомендует водителям воздержаться в этот период от поездок на личном транспорте и предпочесть транспорт общественный. Но если в силу каких-то обстоятельств водитель не может этого сделать, то нужно соблюдать крайне тщательно правила дорожного движения. В частности, следует соблюдать скоростной режим, нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал. И нужно себя крайне ответственно вести при подъезде к пешеходному переходу.